SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Сейчас, ждите. Сейчас начнется что-то. Сейчас что-то начнется, ебать ваш рот. Ебать вашу сраку, бля. Я тебе так дам сраку. Ты будешь говорить только матом. Хотел ебаный батл, я тебе дам батл. Ты стал сучиной славой, тебе сучки не надо. Хочешь мой крючок? Лил город. Это, по-моему, не то, да? Где? Я не считаю, исполнил вообще КПСС Бегемон. Так. Вот она, собака. Давай. Да, подождите, нет времени читать. Здесь... Намечается. Вот она, собака вернулась. Она вернулась, собака хочет читать сразу на меня один на один. Да покажи свои очки, выкинь их нахуй, ебать тебя, срак хули, ты перебиваешь меня, блядь, сними это серебро. Где твои яйца, бро? Ты, сука, сразу решил сходу начать меня ебашить, чтобы я не смог не сказать ни слова. Нихуя у тебя не получится, ебаный плов. Я тебя сделаю как нехуй, покажи свои зубы. Не тригришься, как нахуй ебучь. А будет не будет, ты никакая нахуй стрекоза. Ты обычная коза, ягоза, блядь. Да похуй, мы будем болтать до последнего. Никто не знает, что никак. За это извини, это я лишнее сказал, прости. Ну ладно, давай, начинай, хорошо, начинай. Эй, эй, какие темы эй. Трогать в батле? Про меня не говори ничего. Хорошо. Я не могу сказать ни одного слова про своего оппонента, поэтому я буду читать про кого-то под названием МС Уретра. Была МС Анюта, а против меня МС Уретра. По тебе то, что ты весь любишь золотое, вполне заметно. Да, золотой, как дождь, твой кивин коричневый. Вижу тебя, но ничего приличного, блин, не могу сказать. Эй, извини, бит сбил сейчас, блядь. Ебой, Джей Дила, давай, навали. Давай, Джей Бит, я. Приличный тип, ты пытаешься читать, но выглядишь как англичанин влип в историю. Тебя бьют по щекам монахиней. Эй, тебя бьют по щекам монахиней. Ты знаешь правду. Я сын монаха, ты сын монаха. Ты гусыня, тебе насыт. На лоб твоя божья роса. Собака, ты собака. Хочешь показать? Да, но устроишь только мазафока щит. Да, я представляю культуру андеграунда. Ты представляешь мартовского кота Игнатия. Да, это правда. Да, было так. Тебе не поспорить. Если ты попытаешься меня забодрить, я буду в обстории тебя ебать в душную раковину или в раковину от уха. Ты можешь показаться как МС, но выглядишь как братуха МС Долматова. Ты скоро умрешь, нам вкус наматывай, как я фристайлю тут и с моим младшим братом, йоу, эй. Где твой младший брат? Давай, второй петух тоже, давай. Ну, что ты хочешь сказать? Ебать тебя в сраку. Давай, а навали, чё? Давай. А ты что можешь сказать? Yeah. Ты же не мой, блядь, нахуй, да, ты же не мой. Единственный бурят, ведь он такой уникален. Единственный бурят, ведь он такой уникален. Он единственный бурят. Единственный бурят, будет это бурят. Единственный бурят, пошел ты нахуй, брат. Пошел ты нахуй, брат. Ты не МЦ, спасибо, лох. Ты просто ебаный жмых. Жмых?
пых, пых, пых. Да, из автомата нахуй, нахуй. Нет, я не стреляю. Ты так идешь нахуй, Мой словарный запас очень большой. Я выебу тебя огромной метлой. Эй, ну ты даже не Гарри. Эй, как тебя зовут, Максимка? О, Максимка! Как тебя зовут, Максимка? Сукины дети. Слышишь, подожди. Что за хуйня, пацаны? Что за хуйня, пацаны? Мы договорились не задевать меня. Что за хуйня? Это мы что-то лишнее. Не, вот покажи вот на того пидора, можешь показать, бля? Нихуя себе. Вот этого хуесоса, да. Ты слышишь? Я не думал, что говорю честно. Не, а что ты про меня говоришь? Про тебя я ничего не говорил. Короче, слушайте, ебать, ваш сраку, блядь, очкарики, вы нахуй вышли со мной 1-2, ну нихуя вы пиздарики, я ебал вас в сраку, ебать, вы нихуя не два отца, я выйду 1-2, потому что у меня два яйца, и хули вы хотите, и говорю, что ты, что я стрекоза, нихуя ты ебучая коза и газа, и я не слышу ваш бит, я не слышу вашего бита, потому что ты им... Ну хуёво слышу, ну похуй мне, я буду читать без бита, мне поебать, потому что ты MC лимита, и я ебал тебя прямо в сраку вот так, да, но ты не увидишь как, потому что у меня темнота, а у тебя светло, но нету рядом Вани, где твоя срака, где твоя Ваня, Ваня светло ушла к Замаю, она теперь поет против Лиски, против Мози, но не станет с ними ростом, рядом где Возин, где Ваня, нету Вани, больше светло, рядом он в Москве. А ты в Питере, ведь вы два пидора, там сидите сзади обои. Вы на студии, суки, вы что вы, бля, я не слышу бит, сука, ты сбиваешь меня, где бит? Бит, дай мне бит, бит, собака вшивая, плешивая, у тебя вши на голове, они спустились тебе, как с парашюта, хочешь парашюток, это ебаная рифма, которую все знают, как шутер, ага, и ты тоже знаешь одел очки, потому что боишься смотреть мне в глаза, ну что ты можешь мне сказать, а, оглянись-ка назад, там твой дружок-пидор, маленький пидор, который хочет у меня немного игл засосать, свою ебаную кожаную вену, свой задний проход, который у него давно как дымоход. Ебать, рифма опять охуевшая, ебать тебя в сраку, Слава, ты стал сученый, Слава, где твоя рифма, Слава, где твой бит, Слава, где твой флоу, Слава, кто ты, Слава, что ты, Слава, где твой Слава, где твоя Слава, Слава, а? А, это флоу пошло, когда ты делаешь вот так вот, флоу, не было никогда такого, чтобы ты делал вот так, давай собака, блядь, собаки маленькие, вы что, собаки? Это было MC, спасибо. Все. Я отвечу MC, спасибо, я отвечу ему красиво. Если ты думаешь, что ты крут, как звезда из Небосиба, то ты зря погнал на мою фоли на MC. Ты зря погнал на мою фоли на MC. Тебе придется ответить, ты Ричард Гэтсби. Или какой-нибудь еще малолетний олень. Я все равно разделаю тебя, словно ты вынесенный на море тюлень. На береге тебя зажарит это солнце. Ведь мой флоу сияет, как два японца. Ты знаешь, два японца — это два твоих отца. Знаешь, два японца — это крутая колбаса у тебя в роте. Не слушай, захочется тебе. Это просто какие-то слова, это привет. Я приношу тебе истину в пакетах из-под молока. Ты хочешь что-то сказать, но твоя ноша нелегка. Ведь ты куребяка, ведь ты кулебяка, пацан. Эй, ведь ты кулебяка, ведь ты кулебяка, пацан. Оу, ведь ты кулебяка, ведь ты кулебяка, пацан. Нет, ведь ты кулебяка, ведь ты кулебяка, пацан. Кен, эй, ты пытался сказать, что ты не кулебяка, но я вычисляю тебя по твоим напаленным зракам. Знаю, что правду, которую я несу, может понять только избранный. Знаю, что правду, которую я несу, поймут только атеисты. Ведь я не признаю господов никаких, кроме нашего президента, а кроме того, его приносы еще четырех мужиков справа. Я представляю андеграунд. Ты Клава, давай, Клава, давай. Нажми на клавишу, эту клавишу, и увидишь, гудбай, ты улетишь. В Астрахань, ведь там тебя ждут с концертом, меня не ждут нигде, потому что я резидент Comedy Club. В новом сезоне открыл вам сейчас инсайд, парень. В новом сезоне вот инсайд, парень. Я буду с левой болеть, и вместе с Артуром Пирожковым сделаем хит и взорвем. Эй, let's be, или let's be, begin. Я устрою так, как будто в бегах твой сын Big Apple. Я знаю гречку, твою подругу, но пока что ты не заработал длинный рубль, а значит ты румын, либо одну ты. Ай, это просто взлетаем, ай. Потому что я читаю, как Дэниел Дефо, а ты читаешь, как Дэниел Дэ-Льюис, блядь. Собака, блядь, ты опять начал про меня говорить, что за хуйня, чел, блядь. Я же ни слова про...
Чувак, я ни слова про тебя не сказал. Я к батлу Чувак, я за культуру. Это я за то, чтобы позитивный вайб делали, фристайл. Поэтому извиняюсь, если я тебя задел какими-то строчками про отцов твоих японцев, например, я не хотел. Это была импровизация, чисто фристайл, это рождалось прямо здесь. Я в ахуе, бля. Фристайл, я могу просто фристайлить про предметы, реально. Про предметы, которые вот я связан со мной, если видишь, это фристайл, смотри. Эй, ой. Слушай, этот фристайл крутой, ты скрикнешь просто божечки, потому что у меня есть маникюрные ножнички, этот фристайл просто бомба нередко, я выдаю круто, потому что у меня на столе есть кепка, да, если я такой вот трушненький, то оправдание этому одно, мои наушники, эй, и это просто пуля, девка, но у меня есть банка редбуля и гневно, стелю в микрофон, будто уебан, но ты такой же стеклянный, как мой стакан. У меня есть много предметов. Если я буду читать так, то я буду как Джаред Лето. Потому что ты просто в хип-хопе, сучка. У меня есть шариковая, а не только ручка. Сука, а опять про меня начал. Туалетная бумага, ты знаешь правду. Опять про меня кровата, начал. Ведь я опускаюсь каждым раундом все ниже и сжимаю твои яйца, мои пассатижи. Бум! Бля, что ты за сука? Ты опять про меня начал. Что за хуйня? Меня заебало это. Чувак, я делаю позитивный вайб, ты... говоришь, что я сучка, что мне яйца сожмешь, блядь, пиздец, позитивно, блядь. Мне чувак, настроение давай, давай мне просто поражение в этом раунде засчитаем. Ну да, ты... чувак, типа, да, я даже этот раунд не буду читать, и ты заново... А, где твоя сучка? Точно, я забыл, что у тебя за кадром там твоя подружка. Так, Миша, или ты подружка? Миша, уничтожь меня. Миша, он себе позволяет, Миша, да посмотри, посмотри на меня, я Миша. Я посмотри на меня. Бля, не... я не слышу бит, блядь. Пошел нахуй, брат. Давай, отвечай. Прости ты меня. Слышал меня, сука. Слушай сюда, мразь. Эй. Слушай сюда, мразь. Слушай сюда, мразь. Эй. Не слушай сюда, мразь. Эй, слушай сюда, мразь. Блядь. Я не слышал ни слова, блядь. Я не слышал ни слова, что ты мне там базарил, сука. Слушай туда, мразь! Слушай сюда, опять же, блядь, я не слышал ни слова. Мне все равно, что ты там базарил. Ты не похож на комсомола. Ты похож на пилотку, ты похож на девчонку. Ты похож на лапшу Роутон, блядь. О-о-о! Роутон! Роутон! Ты до сих пор в проводных наушниках, чушка. О чем ты базаришь? Ты не знаешь, прошлогодняя шутка. Пошел нахуй, твой зуб немножко дырявый, как и ты сам. Йоу, поезд Сапсан так же быстро влетает в тебя, как твой бывший парень. Наверное, из-за этого вы с ним расстались. Бра-бра-бра, тараторка ни к чему. Ты ебаный, ебаный чук. А я гек, что тебя, сука, кинул. Эй, ты ни разу не видел вагину, но уже ебался. И не раз, пидорас, блядь. Эй, из-за тебя французы изобрели гильотину. Эй, ах вы суки, бля. Слушайте, собаки. Слушайте, собаки. Слушайте, собаки. Я. Слушайте, собаки. Слушайте, собаки. Вы хотели батла. Слушайте, собаки. Слушайте. 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 Скотина. Задавить меня пытается эмоционально. Эмоционально пытается задавить меня. Хочет сбить меня. Хочет эмоционально бит, погромче делай, собака, бля, сейчас тебе отвечу. У меня осталось 5%, похуй. У меня осталось 5%, похуй. Поставь громче бит, я не слышу бит. Осталось 5%, похуй. Не дал ни одного концерта, похуй. Поставлю на тебя доцента, похуй. Я против Фокси ставил на тебя. Ты выиграл его, молодец, братан. А где твоих ребят? Не осталось никого. Ты фристайл про предметы. Рядом со мной есть тоже маленькая кепка. Эй, вы, сука, два придурка. Тут есть пепельница одну. Мне нет окурков. Яу, ты хочешь еще? Я не буду про тебя не говорить слова плохого. Блядь, я не слышу бит. Слава, ты собака ебаная короба. Где бит? Где бит, Слава? Где бит, Слава? Где бит? А? Не слышно бита, блядь. Опять не слышишь бит, блядь? Я же очень громко делал. Давай еще громче сделаем. Да, кстати, перестаю его слышать. Пизда, блядь. Яу, давай, яу, яу. Это Слава, яу, яу.
Не слышно, чел, бля, заебал, сука. Похуй, похуй, будем наваливать без бита. Тут сразу один на два, батлим один на два, и похуй, будем наваливать без бита. Яо, вокруг меня четыре стены, и рядом со мной Усинск. Знаешь, этот город, это далеко на севере, тут много бегают таких же, как вы, оленей, бля. Где эти олени принесут мне мясо? Они сядут к вам, чтобы охранить вашу рясу. Где ты взял столько грязи? Яо, где ты взял столько грязи? Я в городе Усинске, скоро Новый год, я буду праздновать его на вахте, будто ебаный кот мне не принесет Дед Мороз подалку под елку. Я тебя ебну, как нехуй ебну, под елку. Бля, Слава, я не слышу бит, сука, сука, ты меня подставляешь. Ты меня подставил, Слава, я знаю, ты сделал это специально, чтобы я не слышал бит и не слышал бит, как ты ебаный тюлень. Я в Минусинске, это нихуя не Тюмень. Ты знаешь, где это? Это ебаная республика Коми. Там, где ты окажешься в Коми, там, где тебя выебут ебаные кролики. Такие маленькие, как ебаные кролики. Как мой член и как твой член. Наш, если взять наших два члена, получится нормальный член. Помнишь этот прикол? Да, ты помнишь этот прикол? Два члена равно одному члену на ночлег. Нам хватит с тобой только девочек, парочку. Ты сними очечки, Слава. Я хочу заглянуть в твои глазенки. Маленькие свинячьи глазенки, как у моего поросенка. Снимай очечки, Слава. Нет? Ты слышишь вообще, что я говорю? Слава. Алло. Слава. Слава, блядь. Алло. Да, я просто тебя не слышу, когда ты читаешь, потому что слишком громко бит играет. Я понял, блядь, я тебе уже давно говорю, Слава, ты... Кстати, я прочитал, что позор. Да, позор, пиздец, блядь. Кстати, я прочитал, позор, Ролтон, заварись уже. Ну что, ребята, вот бы прошел батл такой сейчас в чате, у нас Instagram Freestyle Battle. Если вы вот за Ролтона, да, то посылайте в чат минус. Если вы за Мишу и за меня, то посылайте в чат плюс. Увидим, кто, как вы думаете, кто сегодня разъебал, а кто просто бравастый. Сейчас я отправлю минус. Вот. Так, ребята, если за нас, шлете плюс, если за Ролтона, то минус. Ты меня подставил, Слава, ты, блядь, сделал так, чтобы я не слышал бит. Что за хуйня, блядь? Итак, смотри, 2-1, 2-2. В настоящем цене, когда не отмазывают. 3-2 в твою, 3-3. 4-3 в нашу. 4-3 в мою. 5-3 в нашу. В смысле? Я вообще вижу минусы только. 5-3 в нашу. 6-3 в нашу. 6-4. 7-4. 7-6, 7-7. 8-7 в твою, 8-8, 9-8 в твою, 9-9, 10-9 в нашу, 11-9 в нашу, 12-9 в нашу. Все, понятно. Суки, блядь, подставили нахуй меня без... Ну все, останавливаем голосование, 12-10 я понял. В нашу пользу. Hello, я понял, блядь. Понял. МС Ролтон, сука, сегодня был унижен. 2-1, во-первых, 2-1, во-вторых, подставляли меня без бита ставили, в-третьих, при своей толпе, ебаный, привел сюда 600 человек своих ебучих. Ну все, останавливаем голосование, 12-10, я понял. Я понял. МС Ролтон, сука, сегодня был унижен. 2-1, во-первых, 2-1, во-вторых, подставляли меня без бита ставили, в-третьих, при своей толпе, ебаный, привел сюда 600 человек своих ебучих, без бита. Каких 600 человек? 440 человек, в чате 50 подписчиков.